Здорово! Сегодня мы выиграем опять. Карбон. Сегодня мы выиграем. Даже я не знаю. Волка, волк. Давайте волк. Волк покруче. Начнем с контрольной точки. Протестим нашу тачку. Тачку Кенджи. Мы же отжали у него ее. Ну, судя по тому, как она ездит, тачка неплохая, неплохая, да. Ну, я, конечно же, знаю, насколько она хорошая, насколько она плохая. И в каких мерах прокачки, потому что я эту игру 100 раз уже проходил. Детализация города вообще отличная. Все окна, все показано. Не знаю, почему Кенджи не мог меня обойти на этой тачке. Она ведь отличная. Кенджи вошел. Ха-ха. Волк еще хуже ведь. Мы эту тачку еще прокачаем, потом волка пройдем уда там вообще. Вот мы уже подъезжаем к лесочку, сейчас мы тут грибочки пособираем, закопаем кого-нибудь. Надо было в занос зайти, чтобы отлично пройти. Ну, в принципе, это не столь важно. Кстати, сзади на машине очень медленно слайд-шоу идет, видите? Тени прорисовываются, как слайд-шоу. Вот, ты прикинь, да, вот ездишь ты, ездишь, хоп, в лобовуху, и пофигу, в лобовуху столкнулся, и пофигу, дальше едешь. А все почему? Да потому что ты гонщик, а тебе на все пофигу, ты можешь ездить как хочешь и где хочешь, и сталкиваться в лобовуху с кем хочешь. Подрезать кого-нибудь, это расплюнуть. 200 км/ч в час едет, нифига, нормально. И это без прокачки, вообще нулевая прокачка. Да у меня прошлая Mazda X8 так даже не гнала, по-моему, с максимальной прокачкой. У нее такие глаза, как у лягушки. Мне почему-то эта тачка лягушку напоминает, не знаю почему. Из-за фар, наверное, они как глаза выглядят, лягушки. Или мне просто кажется. Где пятая контрольная точка? Почему так долго? Я уже заколебался ездить. Серия только началась. Я еще даже не разогрелся. А уже надоело. Я вам шучу. Игрушка вообще отличная. Музыка отлично играет. Все отлично.
все, мне все нравится. И вся тачка поцарапанная. Ты прикинь, сколько денег надо, чтобы обратно все заделать, все, все вмятины все убрать. А почему музыка-то играет, как у Кенджи? Мы что, на его территории, что ли, уже? По идее, нет, не должно быть так. Ну, типа, думаю, то, что с красной сумки деньги там были, и мы их забрали. Сука, опять на меня выделывается кто-то. Ну что ж, порвем их всех. Давай, быстрее грузись. В рассыпную надо ехать сразу же, чтобы никто никому не мешал. Сейчас мы всех обгоним. Просто на стоковой. Мастер 7. Всех обгоним. Да нет, на его пока что не надо. Это я чё не пойму, это карта, где мы ездили с этим, с Кенджи, что ли? Ну, типа это, полностью весь круг, как тот самый круг. Или нет? Мне нужно отойти. Итак, продолжаем. Тут надо было отойти. Ко мне приходили тут коллекторы. Им нужно было собрать деньги с меня в размере 1 200 000 рублей. Потому что я ограбил бабушку. Не знаю, почему тогда коллекторы пришли. Наверное, потому что я ограбил бабушку. В принципе, на стоковой нормально даже ездить. Пока прокачивать не буду, наверное, даже босса пройду на этой тачке. Волк, это что пройти? Это расплюнуть просто. Невил, ты тоже тачку что ли прокачал? У тебя что-то мощная какая-то она стала. Так, смотрю. Там нету никого. Ты вот видишь, да, в чем разница, когда я ездил с вебкой, ну, в смысле, когда вебку подключал на видеозапись, как я водил и как я сейчас вожу. Все, в принципе. Можно ставить еще две гоночки. Кольцо и спринт. Давайте кольцо сначала. Оставим десерт напоследок. Это же девчонка, это Ники, по-моему. Только вот почему у этой девчонки есть сиськи, а у Ники нету? Как-то это странно. Не должно быть так. Если это Ники, то значит ей... Вот подфотошопили немножко чего-то там. Я первый уже. Исы. Я, в принципе, буду первым до конца гонки. Меня уже никто не обгонит. Смотри, Невил. Ну давай реально попробуем, короче, сделать так, чтобы я был до конца прям гонки первый всегда. Чтобы вот прям никто не обогнал. На 40-й секунде я всех обогнал.
Смотри уже, с каким отрывом идем. И ты прикинь, это же стоковая тачка. То есть она обгоняет на прямой, то есть всех вот с таким отрывом. На поворотах пока что я не умею. Ну, я вообще, в принципе, сам не умею на поворотах особо так ездить, поэтому. Надо тачку в желтый цвет перекрасить. Я хочу в желтый цвет ее. Кстати, ты замечал, что номер тачки всегда карбон? Я да, я замечал. Я просто тебе сказал. Потому что мне нечего сказать. Я не знаю, что говорить на съемке. Я как бы не любитель поговорить, ну, во время съемки, так что... Вот так вот тут. И вот прикинь, да, меня еще ни разу не обогнали. Никто и никак. Что я, в принципе, и говорил. Что-то мы там открыли. Территорию. Получилось. Я, в общем, так и знал. Да и прочие узнали, что ты крутой. Не снижай темпа, бро. Он, короче, хочет, чтобы мы все территории захватили, а потом работали на него. Но хрен ему. Ничего у него не получится. Мы и его территорию заберем. Невил, надо было тебе как бы немножко аккуратнее ехать. Из-за тебя я сейчас последний почти. Но это в принципе ненадолго. Сука, тупые боты. Точнее умные боты. Они прокинули тачку на меня. Но это им не поможет, потому что... Хоп, я уже пятый. Хоп, я уже почти четвертый. Смотри, сейчас я буду четвертым. Хоп, и я четвертый. Хоп, и я уже первый. Ха-ха, вот так-то играются игры. Да я и так первый навел, давно уже. Да ты там пятый, что-то там. Забыл на пятом месте. Давай, Невил, тоже подтягивайся ко мне до второго места. Мы с тобой команда, мы братаны. Дрищ и жирный. Жирные дрищи. У нас будет команда жирные дрищи называться. Срезик поедем. Вот они ведь не догадались, прикинь, в срез поехать. Вот как так-то? Они же увидели, что я в срез поехал. По идее, если ты увидел, что кто-то туда поехал, значит можно... Догадаться, что там нормально уже. Можно ехать, в смысле, туда. Внимание, округу 2. Сообщение, код 6. Ехал назад. Код 6 превышение скорости. Или неосторожное вождение. Смотри, я всех затормозил, кроме одного. И ты прикинь, меня сейчас этот один обгонит. Пока ты там заканчиваешь с одной мелочью, я уже уеду. Я уже закончу гонку. И все, на этом я
Ренуга закончить вам серию. Ссылка на плейлист будет в описании. Ставь лайк, подписывайся на канал. Удачи и пока.